16 мая в Риге стартовала очередная ресторанная неделя. Ее проведение уже стало традицией нашего города, установленной с 2013 года. Дважды в год, весной и осенью, все большее число рижских ресторанов приглашает отведать наиболее изысканные блюда по весьма демократичной фиксированной цене – 15 и 20 евро. Этой весной в ресторанной неделе принимают участие 53 лучших ресторана города. Съемочная группа побывала в двух из них. Это библиотека номер один в Эрмонтсе, парке и ресторан Мусу в самом сердце старого города на улице Скарню. Все предложения невероятно вкусные, в чем во время съемок могла убедиться команда делового подхода. Упор в меню сделан на латвийские продукты. Молодые овощи, зелень, щавель, местную рыбу и мясо, десерты с козьим сыром и ревенем. Совет посетителям. Чтобы принять участие в весенней ресторанной неделе, лучше всего просмотреть все предложенные блюда и заранее заказать столик. В наиболее популярных ресторанах свободных мест уже нет. Сегодня, laikam, visi norezervēts, un jāsaka, laikam, kad varbūt kāds var ielausties vēl un mēģināt, bet jā, nu, jau pirmdien jau un otrdien vakarā jau bija skaidrs, kad sestdienas diena būs ļoti karsta priekš mums pavāriem. И все же еще можно попытаться зарезервировать столик на сегодняшний вечер или на воскресенье при помощи сайта Рижского бюро по развитию туризма LIV Riga LV.